Здравствуйте. Вчера было 16 ноября, день моего рождения. Но я вчера его не отмечал. Я вообще не собирался отмечать. Но, как говорил Игорь Николаев в своей песне, день рождения – праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. Поэтому я решил отметить этот праздник сегодня. В кругу семьи. Теперь немного о творчестве. Я продолжаю сочинять новые мелодии и песни. И обращаюсь к вокалистам. Если вам нужны будут песни к различным конкурсам, пишите. У меня есть много песен. Буду рад услышать их в вашем исполнении. Всего доброго, удачи!